Мы находимся на выставке Mopic Russia 2020. С вами retail.ru. Мы общаемся с нашими гостями. Добрый день. Расскажите о ваших впечатлениях о сегодняшней выставке, что вас сюда привело, и пару слов о роде вашей деятельности. Изначально мы занимались развитием кинотеатров, но несколько лет назад поняли, что, собственно говоря, просто показывать кино в кинозалах этого уже мало, потому что кинотеатр не очень конкурентен онлайн-сервисам. Поэтому мы решили, что кинотеатры нужно наполнять смыслом, и деятельность свою расширили, сделав так, чтобы люди к нам приходили, получали какие-то знания, прослушивать могли лекции, объединялись в киноклубы. По сути, мы вокруг своих кинотеатров начали создавать некие такие в классическом понимании ДК. И в этот момент мы еще четко осознали, учитывая, что кинотеатры в основном сейчас современные находятся в торговых центрах, что, собственно говоря, и у торговых центров точно такая же есть потребность развиваться с точки зрения каких-то досуговых, развлекательных, образовательных и культурных направлений для того, чтобы продолжать формировать трафик на свои территории. И поэтому мы считали необходимость присутствовать на данной выставке с нашим предложением с точки зрения создания такого некого культурного, может быть, даже кластера совместно с торговыми центрами, которые стремятся расти и развиваться в будущем. Спасибо за ваш ответ. Оставайтесь с нами. Совсем скоро подключение с новыми гостями.